Почтить память погибших горожане собрались ранним утром. Пока весь город спал, несколько десятков димитровградцев пришли к вечному огню. Потому что День памяти и скорби – это день, когда мы должны и обязаны отдать почести тем, кто не пришел с войны, тем, кто нас, нашу страну и нас защитил, отстоял. Мою семью также затронула эта война. Мой дед в 41-м году ушел на фронт, в 44-м погиб под Мурманском. Мой дядя в 43-м также ушел на фронт, в 45-м брал Берлин. Мы должны помнить о той великой войне, мы должны заботиться о каждой могиле, о каждом обелиске. Ровно в 4 часа каждый из пришедших к монументу славы зажег свечи. Этот митинг был тихим, без речей и лозунгов. Вслух те страшные дни вспоминали уже в 10 часов утра. Армада фашистских танков на высокой скорости пересекли и начали свое кровавое черное дело. Ветеранов благодарили за мирное небо над нашей Родиной, а молодому поколению горожан давали наставления. Нужно помнить грустные даты нашей истории, чтобы извлекать из них уроки. Нужно обязательно знать эти дни, чтобы быть сильнее, чтобы быть готовыми защищать наше государство ровно так, как делали сидящие перед вами. Наталья Васильева, Виталий Немов, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.